для меня Кадыров – это террорист. Это террорист, который сейчас управляет Чечней, вассал Путина. Интеллектуально это дурак, который записывает эти нелепые видео, да? Но кто для вас Рамзан Кадыров? Если коротко говорить, он предатель. Если так коротко сказать. Если более углубленно, это человек, не имеющий какие-то морально-нравственные принципы. Это маленький, низкий, подлый, тщеславный человечушка, который пытается доказать всему этому миру, что он хоть что-то там дозначит. Это раб, это служитель, как он сам говорит, это пехотинец Путина. И это определяет его место, его роль во всей нашей, так сказать, истории. Он никто. И частое акцентирование внимания на Рамзане Кадырова может повлечь за собой неправильное понимание нашей ситуации. Кто-то может сказать, что если Кадырова не будет, а придет другой, то наша ситуация изменится. Нет. Пока Кремль будет держать руку на пульсе Кавказа, у нас ничего не изменится. Именно Кремль должен уйти с Кавказа. Неважно, кто там будет. Либералы, не либералы, правые, левые, центристы. Неважно. Они должны уйти с Кавказа полностью. И вот только тогда мы сами сможем говорить о своей независимости. Сегодня, кстати, у нас День независимости Ичкерии. У нас есть петиция по признанию. Сейчас продвигается на имя президента Украины. Именно мы боремся за независимость. А Кадырова можно заменить. Уйдет один Кадыров, они найдут другого Кадырова. Поэтому Кадыров никто, если так говорить углубленно.